Всем здравствуйте. Ну что, начнем? Пока погодка стоит. Прокатимся еще разочек на велосипеде. Поедем мы вот в ту сторону, через Горбатый мост и подальше. Там посмотрим, докуда доедем. Ну а сегодня 1 ноября 2020 года. Погода, сами видите. Опять же шепчет, прокатитесь. Вот поехали, прокатимся. В общем, добрался до цели своего сегодня велопутешествия.
с трудом, но добрался. За моей спиной весь город Нижний Тагил, как на ладони. Это стоило того, чтобы просто посмотреть на эту красоту. А добрался я до горы Голый Камень, который рукой подать от Нижнего Тагила. Но отсюда виды открываются сумасшедшие. Все вроде план по походу выходного своего дня сделал. В общем, сейчас глотну чайку немножечко и за 23 секунды домчусь до дома. Да-да. Так что подписывайтесь на мой канал, дальше еще интереснее будет. Всем пока.